Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Е, брат, здорово. Приезжай к нам купаться. Здорово. Здорово. Hello. Здравствуйте. Hello. Привет, солнышко. Ебой. Ну ебой. Я не разъебал, думаешь, брат, да? Вроде неплохо получилось за 4 дня. Е, тигр, брат. Спасибо тигру, брат, что поддерживал меня. Да, отлично. А почему я охуенный? Потому что для охуенных парней зачитываю. Вот почему я такой охуенный. Все для рил пацанов, парни. Все для вас. Убил Миксер Мирон. Да не. Да не, и Миксер ровный парень, а Мирон-то, братуля, вообще. Я еще где? В Рублево, брат. Мы же на Кутузе тут рядом, блядь. Купаться пошли, блядь. Такая хуйня. Блядь, если кто куда, а мы купаться, короче. Мы пацаны пошли скрутиться, блядь. А я только что скрутился, блядь. В Рублево, купаться поехали. Ну что, вообще так просто. Да какое море? Рублевское шоссе, ёпта. Да просто Кутуз доехали, искупнуться, позагорать, хоть делать нехуй. С Толиком тоже. Так и ебаник свои. Почему Ридо дезреспектнули? Да нет, ну почему дезреспектнули? Нормально вроде. Просто мне кажется, ну не все были согласны с его решением. Но как бы, ну не мне об этом судить, как бы, блядь. На то они и судьи. Да, вот самое сложное было, что у него-то, в принципе, как бы, ну, про меня можно найти дохуя чего интересного, а вот про Миксы найти очень сложно. У него там два батла и как бы и все. И три хороших раунда набрать. Ну, да. Мне кажется, я просто взял и его вот злость старался против него направить. Но он еще удивил, я думал, он будет меня пиздец разъебывать вот этой своей ты-ты-ты-да, как бы. А он наоборот так поспокойнее в этот раз делал. От души, бля. А ебой. Ебаш, Кири, привет. Кишку накачать можно, ебать. Ну, да, с угрозой шутки плохи. Ну, Микси очень ровный парень, при этом, я говорю. Он молодец, что 99% рэперов, как бы, вообще бы не согласились на эту хуйню. Ну, как бы, а у него все впереди просто. Ну, просто братуха, да, такого опыта еще нет. Не просто так есть основа, как бы, Fresh Blood и все такое. Например, он очень талантливый, просто, ну, немного побольше опыта, ему побатли там штук 5. Ну, уж это первые вообще 2 батла были. И потом со мной, и как бы, ну, опыт не так много. Про Питер vs МСК, ну это Дунина идея, он, короче, предлагал эту мазу, я поддерживаю и говорю, давай их, что они там думают, типа Питер столица батл рэп, мы им покажем, как злую Москву.
Да нет, Димас нормальный парень, как бы мне с ним нечего делить вообще. Макаронка не спит. Надо собрать. Да и в Рублёво я говорю, купаться, позагорать, если с пацанами скрутиться так. Делать мне хуй лето, бля. Я столько к батлу готовился, уж, блядь, хотелось позагорать. А, ну так мы решили, это не батл площадка, это просто мы как бы барчик закрыли, как бы, и в нем провели. Привет, Люберцы. Большой привет, Люберцы. Кто встречи попадет под разъед, не знаю, наверное, либо этот Джонни Бой, ёпта, либо Гнойный там. Ну, Гнойный, понятно, он цикло, он никуда не выйдет батлить. Да я думаю, Джонни Бой тоже цикло, честно. Я на самом деле, конечно, кто там вызвал Джонни Боя, я угораю, конечно, я не вызываю Джонни Боя. Не, но если он готов батлить, в чем я сильно сомневаюсь, как бы, я его готов разъебать. Да похуй кто спонсорами. Нам в этот раз вот тоже предлагали спонсор за рекламу 10 секунд на 300 тысяч. И как бы мы отказались, понимаете. Да не хочу с Димасом. Димас нормальный парень, как бы. Ну, вы в интернете его не любите, а как бы. Ну. Он просто уличный парень, как бы. Там с уличными парнями, как бы, я нахожу легко. Общий язык. Вот с батлерами как раз сложнее. А я в Рублёво, брат. Сейчас. Вот, типа того, что-то хуй знает. Вон эти два дамы, бля. Скули. Новый трек там. Новый трек такой вышел, брат. Иди за чехни. Да, конечно, Микси молодец, большой респект. Варам помасти, мусорам попасть. Да, я, честно, я бы туда бы хотел бы пойти бы, там, как ментором бы, очень хотелось бы туда, конечно. Ну, не знаю, возьмут ли меня, а. Альбом вышел в мае, и в сентябре, может, еще один выпущу. Спасибо большое. Не, надо было, может быть, надо было, но мы решили на респекте сделать трущит. Понимаете, одна моя, блядь, строчка, блядь, панч про то, что мы на один крутой батл без единой рекламы стоил всех этих 300 тысяч для меня. Да, вот... Битву городов мы им говорим, а они что-то заднюю дают. Это Дуня давно уже предложил, вот я его поддерживаю, они что-то молчали. Вот теперь на батле, как я об этом сказал, у них уже нет как бы... Нет как бы отмазки, им придется что-то ответить. Вот. Поэтому все зависит от вас. Если вы хотите увидеть батл этот, пишите, короче, пишите, думаю, Мирону и Рестику. И скажите, блядь, давайте битва столиц, ёпта. Потому что я уверен, это всем будет интересно посмотреть. Батл Редо и Гнойного подбить, да не, нахуй мне это вообще смотреть. Ебой от души, блядь. Кто команду Москвы, бля, ну, нет ничего точного, но как бы, не знаю, я похоронил Фавит, Рикиев, Дунь, это как бы, тут много кого, как и в Питере, я бы еще взял Огила, как бы, в последнее время вот видел, он очень классно делает, как батл-рэпер. Вот, да, давайте Мирон и Рести. Да и Мирон сам может тоже все это организовать. Вообще, я вам хочу сказать, что большое спасибо Мирону, потому что с Мирон этот пару бы вообще не произошел. Как. Он и поддержал, там и операторов нам намутил. Да и вообще там совсем очень помог. И большое ему спасибо. Салют, братуль, как сам.
Да я же говорю, я в рублях уже 8-й раз. Наталья у нас красный, как помидор, блядь. Блядь, я так же сгорел уже, ну все. Сам ты розовенький. Блядь, я уже сгорел, пошел ты. Да, на Рублевке я, блядь, платный пляж, просто, знаете, пока чемпионаты, это тут, ну, у нас же рядом, как бы, вот мы доехали, искать, позагорать, хули. Конечно, Алфавит вообще красавчик, я хотел сказать, бля, Алфавит так круто провел, ему надо вообще, как в натуре, это площадка Алфавит. Да, братуль, отдыхаем, вот что-то, скупнуться решили съездить. Кто куда, а мы купаться. Братух, тебе там батлить без камер, да, брат? А Питер кто? Топор, Картрайт, Мирон, Галат, Гнойный. Антихайп же там, блядь, почти, ну, больше половины, по-моему, с Питер. Вот, не, в Питере дохуя. Это как бы, ну... Все батл-рэперы основные, они с Питера и с Москвы. Про комплиментарные батлы, я думаю, это хуйня полная. Но парни сделали, вроде у них там ничего получилось. Но честно, я не смотрел. Не, крем для загара, это для баб. Настоящие мужики, да, мажутся только пивом. Спасибо большое. Братули, только что раз как ты от Москвы и от Питера. Здорово, Дэнни Хаскель. Дэнни Хаскельс. True истории будут тут. Добро. Да, ничего не выйдет тут. Все отлично. Что там? На катамаране, бля, я тоже парням говорю, давайте катамаран, хуйня, мы там раскуримся, блядь, и, блядь, попрыгаемся. Вон Толян крутить будет, да, мы его, давай, крути быстрее. Да, как бы, да в Питере даже если, бля, тут на дуре, вон-то твой сосед, да, тут был, который негр, пиздец тут. Толяна сосед, он ебать такого цвета, бля. Ну, походу, это его цель в жизни, стать просто самым загорелым в мире. Сколько вход куда? А, на пляже 250 рублей, бля. Хуйня. Ну, просто сюда надо пораньше ехать. Вот сейчас здесь, знаешь, приедет там в 5-6, и как бы мы уже свалим, потому что... Ну, сейчас здесь, бля, мало народа. Ну тут турничок еще, мы там сходили, там это брусья, блядь, там искупались, курнули, пожрали, что-то. Нахуй ты мало порвал. Какой свой батл считаешь самым лучшим? Не знаю, они все разные. Я, блядь, стараюсь в каждом батле сделать что-то то, что не делал другом. Я не говорю, что в каждом батле получается охуенно, просто что-то по-другому, как бы. Вот. Да, СД еще может батлить. Ну, хорошего дня, братуль. Удачи тебе. Да. Есть что думать. Конечно, у нас есть. Как купаться и не дуть, брат. Любишь фоткаться с фанатками? Обожаю. Обожаю, солнце. Тричок бы с Алфавитом, да, мы же тогда записали, но я ему говорю, братан, что-то я, бля, по-моему, как-то хуёво зачитал, давай закинь, а я еще раз перечитаю лучше. Группа Весовые, да, знаю, брат. Как относишься? Да никак. Ну, знаю, есть они. DOC. С Мироном бы забатлил, если бы он таким ровным чуваком не был бы, как бы, да. Если бы он был бы мудаком, как Гнойный, тогда не вопрос. Но Мирон, бля, очень ровный пацан. Вот, а ты как бы не с кем батлить, ты думаешь, как бы, ну кто готов? Мирон всегда готов батлить, ну, бля, но
Но это все равно ни при чем, габровный парень. Брат, бля, майки, кепки, такой гемор, конечно, надо доделать, брат, ну, доделал. Не знаю, постараюсь вот летом доделать. Ебой. СП-13, ты записываешь сегодня, братан, у меня целый альбом, альбом с МС молодым. Окси или Слава, ну, честно, ну, я скажу, как было, так было, как бы. Ну, то есть, не, ну, конечно, не 5-0, я думаю, они примерно одинаково сделали, и могло пойти куда угодно. Можно было Гнойному отдать, можно было Мирону отдать. Просто там ситуация такова была, что в то время до Гнойного нахуй еще никто не знал. Ну, мы-то знали, понятно, рэпера, но помните, кто там в судьях был, там всякий этот, Саша Белый, да, или какой, Саша Черный, блядь. Ваня Белый, да, это, как дебила звали? Ну, с комеди. Короче, Белый, ну, вы поняли, да? В общем, вот смотрите, вот эти судьи, да, они знают Оксимирона, да, и тут батл, короче. И они смотрят, стоит Оксимирон в розовой рубашке, как бы, и стоит еще какой-то другой пацан. И он, ну, это просто вот даже вот как они вот стоят, и он такой простой. И как там даже, по-моему, кто-то из судей говорил, что, типа, бля, я вообще этого чувака первый раз вижу, нихуя, я за него, типа. Знаете, что там кажется, что, типа, такой Мирон, такой звезда, зажравшись в своей розовой рубашке, а это такой простой парень, как бы, знаете, из низов поднимается. Это заслуга, конечно, Гнойного, что он так поставил себя, вот. Я считаю, что в батле любые методы хороши, поэтому, как бы, ну, вот так вот. Я думаю, что, например, розовая рубашка Мирона очень сильно обломала. Как бы это смешно не звучало, как бы он отделил этой рубашкой себя от публики. Просто, понимаете, он выглядел как-то. Ну, просто как в натуре пришел звезда, типа. Вот. А если бы он надел просто, знаете, обычную там кофту какую-нибудь так же, как Гнойный, он был бы больше приближен простому народу, вот, да и, ну, толпа была за антихайп, как бы, это понятно, ну, на это тоже, как бы, ну, не стоит обижаться-то, они молодцы, что подготовились просто, ну, Мирон должен понять, что в следующий раз надо свою толпу брать, и знаете, как бы, вы там говорите, там, толпа пойдет, да, как бы один рэпер берет чуваков, которые его поддерживают, другой берет те, кто его поддерживает, понимаете? Если Микс берет 6 чуваков, которые его поддерживают, допустим, да? Сейчас не буду брать 6 независимых чуваков, правильно? Не хочу проебать. Спасибо, что вам зашло. За кого, точно, Fresh Blood? За Микси и про Грина. И у них, по-моему, следующий батл, да? Я думаю, это должно было быть в финале. Но Микси говорит, что они, может, еще в финале еще разок встретиться. Да и вообще, я как бы уверен, что они дадут охуенный батл. Передай привет Захару. Да делать мне нехуй. Кто твой Захар? Блять, он хоть раз нахуй на концерт ходил, братан. Захару еще привет. Вон Толян может передать. Скажи, Захар, привет, брат. Даже Толян не хочет Захару привет передать. Твой фит мечты с кем? С Мотом. В натуре с Мотом. Вот. Он так для девочек это делает, но при этом у него очень грамотно подобраны слова, как бы, и просто, блядь, очень качественно подбирает. Мне бы хотелось вообще прийти, как бы, этот, тебе, да, чао пишет, что ты лох, ха-ха-ха, Толян лох. Да прикинь, сейчас маза какая была, я его купаться позвал, он два раза подошел, ножки помочил и не пошел купаться, прикинь. Представляешь, бля, я говорю, пойдем, он так, знаешь, помочился, ты холодно.
Я тебе говорю, отвечаю. Стоял, ножки помочил. Там же начали Захар Лох. Че он с тобой прятался? Говорю, как девочка, он говорит. Да, это тебе не в Калининграде. Он че, вот там не в Калининграде купается, нахуй. У нас на море вода плюс 16. Ебой. Я в Калининграде вообще холодно купаться, пиздец. Приезжай в Волгоград. Пивас попьем. Да можно и пивас тоже попить, как бы. Ну, Волги, конечно, тут нет. Короче, я думаю, этот. Надо пойти еще искупнуться, что-то жарко становится, пиздец, нахуй. Что там, плюс 40 в Волгограде сейчас? Да ладно, хорэ, затирай, братан. На речке минус 27 вода. Ебой. Салам, ебой. Сохрани эфир, пожалуйста. Да, сохраню, брат. Севастополь круто. Волгоград круто. Всем спасибо большое вам за поддержку, как бы. Что там, репостите, там, ретвитите, вы сами уже все знаете. И в ближайшее время поедет очередное. Ебой.